Будаўніцтва ўнутры гарадской кальцавой працягваецца ў Магілёве. Акрамя самой аўтамагістралі неабходна перакласці кіламетры камунікацыі. Спецыялісты прадпрыемства «Магілёўгазбуд» завяршаюць замену магістральнай цепласеткі ад завода «Магілёўліфтмаш» у цэнтр горада. У разгары працы ў раёне завода «Строммашына». Магистральную теплосетку у районе скрыжования проспекта Миру и улицы Королева в Могилеве меняют с выкористанием сучасных пи-труб. До речи, яны могилевской вытворчести. Объем работ великий – 550 метров траншеи и больше за километр труб. Одночасово с гэтым демонтуют старую теплотрассу. И тут важно, что спожаўцы горячей воды моменту переключения навод не зауважили. Прокладывается сеть по новому следу, а переключение уже к существующей сети – проводится в период ремонта сетей, в то время, когда останавливается плановый ремонт на микрорайоне на 2 недели. В это время мы делаем подключение. Соответственно, люди это не чувствуют, нашу работу. Мы комфорт не нарушаем людей. Спецыялісты «Магілёўгазбуд» звыклі да вялікіх аб'ёмаў працы. У свой час яны ўдзельнічалі ў будаўніцтве нафтаправода «Дружба». Але праца ў гарадскіх умовах мае сваю спецыфіку. Што тут самае складанае? Это надо организовать безопасное движение пешеходов, сохранить в чистоте дороги, безопасный выезд транспорта организовать, ограждение. Ну, это, конечно, самое сложное в этой работе. Остальное, в принципе, нам знакомо, и мы, как профессионалы, эти работы выполняем легко и вовремя. Один из участков внутригородской кольцевой дороги пройдет у районе завода «Строммашина». Тут так само необходимо заменить коммунальные сетки. Дмитрий Тимошенко працует будовником уже 10 годов. Отримал высшую адукацию у Белорусско-Российском университете и пошел по шляху батьки. Работа нравится тем, что здесь на нашей работе есть возможность неплохо зарабатывать. Я начинал здесь как обычный работник, потом в процессе закончил высшее учебное заведение, стал мастером. Потом уже, возможно, через пару лет появилась возможность стать производителем работ, стал уже здесь прорабом. Поэтому возможность, так сказать, карьерного роста здесь есть такая возможность. Специалисты предприемства за несколько опошних годов заменили на сучасные трубы, напевно, полову теплосеток Могилева. И эта праца протягивается. Новой дороге не обойтись без новой ливневой канализации. Будовники працуют сумленно, с гарантией, бо робят для родного города, а значит, для себе. Конечно, приятно, когда что вас построили новую, строим новую канализацию дождевую здесь, которая, надеюсь, что будет работать эффективно. Ну, в общем, хорошо, когда сухо. Праца товариства «Магілёўгазбуд» расписана на шмат месяцев наперед, бо сучасная якость життя потребует сучасных коммуникаций. Константин Титамиров, Андрей Скоробогатов, Дзяніс Жавіна, Новини региона.